Сотрудники другой структуры правоохранительной сегодня получают поздравления. 3 июля Кировской государственной инспекции безопасного дорожного движения исполнилось 79 лет. Поздравить и поблагодарить дорожных полицейских за работу собрались начальники областного управления и ветераны. Лучшим инспекторам они вручили знаки отличия, благодарственные письма и грамоты. Отмечу, всего в Кировской области службу несут около 1000 сотрудников ГИБДД. Каждый день они пресекают сотни нарушений, раскрывают преступления и обеспечивают безопасность пешеходов и водителей на дорогах. Служба ваша непроста и день, и ночь, потому что и пешеходы, и водители, и старые, и малые во многом зависят их жизни, здоровья, благополучия, то насколько вы добросовестно, честно несете службу. Желаю вам успехов в семейной жизни, ну, терпения на этой нашей службе. Я вот сейчас, когда разговаривал уже с товарищами, говорю, что служба непроста сама по себе, потому что это общение с народом. Ну, не вам рассказывать, что люди меняются с каждым годом, работа становится все сложнее. Но я когда все говорю, если иначе работать, надо нести это дело до конца.